Израильский десант захватил в плен высокопоставленного боевика «Хизбаллах» в ходе рейда на севере Ливана. Как заявили в Цахал, его доставили в Израиль для расследования, которое ведет военная разведка. Как сообщают СМИ, похищенного зовут Имат Амхас, и он отвечает за военно-морские операции «Хизбаллах». Власти Ливана намереваются подать жалобу в Совбез ООН. Ливан и Израиль обстреливают друг друга почти ежедневно с тех пор, как в октябре прошлого года началась война в Газе. Из-за этого десяткам тысяч местных жителей по обе стороны границы пришлось покинуть свои дома. Месяц назад израильские военные начали наземное вторжение в Южный Ливан. По имеющимся данным, в стране находится около 15 тысяч военных Цахал. Субботнее похищение – первый случай с начала войны, когда Израиль объявил, что направил войска вглубь Северного Ливана для того, чтобы взять кого-то в плен.